Одно из популярных событий в Штутгарте в ноябре – это световое шоу в церкви Иоанна на Фойерзее. Шоу проходит внутри храма, где используются проекции, световые эффекты, гармонирующие с неоготической архитектурой. Основная цель шоу – создать уникальное художественное переживание. Световые проекции оживляют стены церкви, подчеркивая ее архитектурные элементы и создавая диалог между историческим контекстом и современным искусством. На мой взгляд, идея шоу – это сотворение мира, планет, земли, морей и океанов, растительного и животного мира и, конечно, человека. Очень красивое представление с завораживающими звуками и музыкой. Это световое шоу впечатлило как взрослых, так и детей. Полчаса пролетели просто незаметно. И после шоу хочется вернуться и посмотреть его снова. Очень рекомендую.